Не менее 13 человек стали жертвами оползня в пригороде Абиджана, крупнейшего города Кот-д'Ивуара. Оползень на севере мегаполиса вызвали проливные дожди. По данным метеорологов, за три дня выпало в три раза больше обычной нормы осадков. В ночь со среды на четверг были сильные дожди. Они вызвали оползень с рекой грязи. Все дома на склоне этого холма смыло. Министерство безопасности сообщило о 13 погибших, есть и выжившие. Но это предварительные данные, поиски продолжаются. Сезон дождей в Кот-д'Ивуаре длится с апреля по октябрь, и в этот период оползни в Абиджане не редкость. Человеческие жертвы при этом тоже. Часто страдают незаконные жилые постройки на неукрепленных склонах холмов. Ливни обрушились и на другие регионы страны. Фермеры в западном регионе Субре опасаются, что непогода может повредить будущему урожаю. Кот-д'Ивуар – ведущий мировой производитель какао. Сильные дожди могут сбивать с деревьев цветы и плоды какао и также мешают сушке какао-бобов.